Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dino Hunter King. Так, стейдж 1. Ария 1, снайперская винтовка. Вперед на охоту. Убить дифалозавра, одна штука. Давай глянем. Так, мне, наверное, здесь придется настроить прицел, судя по всему, да? Потому что стопудово мне надо будет им управлять. Короче, игра, стрелялочка. Будем с вами бомбить динозавров, получать за это монетки, соответственно, покупать новое оружие. Так, вот он, дифалозавр. Начать охоту. Так, коснись экрана, чтобы проверить это место. Угу. Используй текущие настройки чувствительности. Ну да, пускай будут такие. Нажмите кнопку для прицеливания. Ёпрсте. Даже так, а это что у нас идет? Ух. Прицел. Ну что же, давай стрелять, наверное. Промахнулся? Нажми кнопку для перезарядки. Тихо. Так, мне нужно попасть в сердце. Стреляй в уязвимое место. Два раза, что ли, нужно стрельнуть? Понятно. Да, ребят, нужно настраивать, потому что, ну, неудобно на самом деле все это делать. Так, получил золото и карту ресурсов. М24, обычная. Окей. Main меню. Успешная охота. Коснись, чтобы открыть. Давай посмотрим, что нам выпадет из этого сундука. Окей. 180 монет. И все, что ли? Угу. М24. Так, это первая моя винтовка, которая у меня появляется. Так, снайперская, да? Апгрейд. Устойчивость, мощность. Инфокрасное что-то такое. И максимальное увеличение. Окей. Чем выше уровень игрока, тем лучше награды из сундука. Левел ап я получил. Поздравляем, вы прошли обучение. Так быстро. Быстрое было обучение. Ну что же. Это обычное. Тут еще есть редкое. Есть героическое, легендарное. Ух, легендарное. Прикольно, с таким прицелом-то. Ну что же, мне надо отправляться, видимо, опять на охоту. Так, 4200, плюс еще золотишко. Так что вы мне только обычно-то суете? Во! УМП редкая. Вот это уже другой разговор. Так, обычная, да, выпала? Так, тампер. Обычный. Героическая, ничего себе. УМП. Так, поменять карту, пропустить обмен. Пропустить обмен. Давай пропустим. Меня, в принципе, совсем это все устраивает. Так, здесь монетки. Обычная UMP. Все, да? Получи сундук с ускорителем. Так, фри. Это бесплатно. Что у нас здесь есть? Покажите, пожалуйста, что у нас есть бесплатного. Ну, что там за прогрузка идет? Ага, 599 рублей потрать, и будет тебе счастье, да? Здесь 400 монет потрать для того, чтобы взять UMP обычную. И М24 обычный, по 500 монет. Хорошо, давай. Комплит. Здесь. Комплит. Отлично. Так, это получаем мы золото бесплатно. Что у нас тут? Можем получить сундук бесплатно за просмотр видосика. Также получаем гемы. Ну и голду. Все, в принципе, по стандарту. Так, снайперская винтовка, там еще и с карабины. Так, М24 я могу улучшить. Окей. Могу еще улучшить. И еще. Все, да? Больше улучшений сделать невозможно. Ладно. Карабины. Так, редкую. Могу редкую улучшить. 2000 стоит золото. Слушай, ну нехилые тут ценнички. Дробовик. Вот это дробовик. Фига себе. Какая-то еще доисторическая пушка на самом деле. Как раньше пираты с такими ходили. Почему-то она мне напоминает. Именно такой вот. Как он там? Аркебуза, елки-палки. Так, мы получили с вами третий уровень.
Еще могу улучшить. Ладно, давай улучшим. Сейчас все деньги просто-напросто потрачу. Потом буду локти кусать. Ну что, по-моему, нам надо с вами отправиться куда? На следующий уровень, конечно же. Дробовик серия. Go Hunt. Стегозавра я должен здесь подбить 5 штук, друзья мои. Ну, я думаю, что все-таки надо настроить все-таки управление. Так, начать охоту. Где? Вон он, да? Угу, подбил, да? Отлично. Хотя бы вот стрельбу. Уже там молчу про увеличение или еще что-нибудь. Так, это у нас 2 стегозавра, да, подбито? Нам нужно 5. Отлично. Это 3. Дай-ка его... Да ладно тебе. Еще скажи, пройдет он. Он не уйдет от меня. Подбил я его прям в сральник. Так, раз. Давай, быстрее перезаряжайся. Промахнулись еще. 2. Выполнил я это задание, ребята. Получил. Сундук, что ли, получается? Что-то он моргает. Открываем, деньги нам достаются. Обычная UMP-шка. Так. Карабин М24, все по стандарту, да? Так, 10 секунд. Давай, пускай открывается. 10 секунд, я уж подожду. Так, у нас это просто уровни, потом есть челлендж, есть еще и ПВП. Ну, посмотрим, что нам здесь выпадет. Голда, алмазы. Обычная М24. UMP тоже обычная. Так, тумпер. Все. Все по стандарту. Челлендж. Ну, я не хочу пока идти в челлендж. Так, а здесь уже серия карабин идет. Рекомендуемые снаряжения. Мощность 12 или выше для зоны 1. Здесь требуется карабин. Слушай, ну карабин у меня, по-моему, есть, да? Не зря мне дали сразу 3 винтовки. Там и карабин. Что такое? Убить авираптора. 3 штуки. Так, ну вначале все-таки я настрою клавиатуру. Начать охоту. Давай-ка проверим, все ли у меня теперь работает. Стрельба работает. Это уже хорошо. Минус. Так, ну что-то там... Куда ты бежишь? Сколько мне нужно? 3 штуки, да, по-моему, уничтожить? Йоу, пулю показывает. На, прям в ногу. Результат, бонус, успех. 100. Хорошо, отлично, меня это устраивает. 20 секунд на открытие. Я могу улучшить винтовку, но я этого делать не буду. Так, снайперская. Кецалькоатлус. Ё-моё, язык сломаешь, пока выговоришь этого динозавра. Хочу посмотреть. Ага, напоминает мне чем-то птеродактиле. На самом деле, должен я подбить 2 штуки. 2 штуки я должен подбить. Так, летит птичка, да? Юху, вниз. Давай следующего. Вон того красавчика. Так. За деревьями не вижу его. Ать! Это промашка была. На! Показываю траекторию полета пули. На, прям в крыло. Ну, понимаете, да, друзья мои? Самые первые уровни, они самые простые. Так что ничему тут удивляться не стоит. Давай дальше поехали, посмотрим. Ох ты. Протоцератопс. Куда ты, на меня идешь, что ли, хламон? Это зря, 5 штук я должен убить. Ого. Хитро. Так, еще один ползет. Давай, перезаряжайся. Изи. Изи. А зачем последний патрон показывать, как он летит, если и так все ясно? Не знаю, ребята. Задание охоты на динозавров выполнено. Сундук. Что тут у нас? Опять все самое обычное, да? Никакого эпического, ничего мне не дадут. Ой, зачем я взял 18 алмазов, потратил? Ой, дурик.
Ой, дурик. Так, это что, можно открыть? Угу. И все, да, получается. Ну что, переходим на следующий уровень. Так, все опять снайперская винтовка, да? Кого-то он... Игуанодона я должен убить. Две штуки. Что за игуанодон? Покажите мне его. Попадание в легкое нужно сделать. Чтобы попасть в сердце, мозг или легкие, что? Нажмите кнопку для прицеливания. Но... Для активации инфракрасного режима нажмите кнопку и попадите. Какую? Вот эту вот? Ага. Я ему... Тихо, тихо. Прям в сердце должен попасть. Блин, в легкое. Отлично, выполнил, да? Замечательно, так. Нет, 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 гемы мы не будем с вами тратить. Мы можем улучшить, наверное, да? Наши пушки, но у нас очень мало денег. Так, серия дробовик. Go Hunt. Погнали, посмотрим. Так, кентозавр. Никуда, да? Просто убить. Сколько штук нам нужно? Так, эффект замедления при прицеливании. Так, готов. Блин, всего двухзарядка. Как-то... Есть. Давай, 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 давай. Мы не должны упустить. Так, куда ты там разогнался, олух? Раз. Подбил. Захотел от меня улизнуть. Не тут-то было. Он еще не знает Рея, верно? Давай дальше, ребят. Следующий уровень. Посмотрим. Так. Брахиозавр. Одна штука. Убить. Что? Что такое? Что мне тут показывают? Я не могу понять, что мне там показывают. Не знаю, что, ребят. Ага, он... Ох, его теперь надо в лицо. Промахнулся, блин. Да как ты... Уязвимое место. Так, теперь в ногу, да? На-ка. Где там? Отлично. Ушатал я брахиозавра. Получите сундук с ускорителем. Посмотрите рекламу и разблокируйте сундук в 3 раза быстрее. Не, не надо. Ну что, может быть, нам улучшить пушку? Так, редкая. 4000 апгрейд стоит. Офигеть можно. Просто офигеть. Тут еще, смотри, многозарядность, подавление, боезапас. Нехило, да? Так, денег больше у меня не осталось. Только лишь серия дробовик. Вы не получите сундук после битвы. Продолжить? Да, продолжить. Не обязательно мне получать сундук. Мне нужно... Ох ты, это кто такой? Диметродон. Как он выглядит противно, на самом деле. 7 штук убить их? Минус, да? Со своей вот этой вот пукалкой двухзарядной. Сейчас я должен тут 7 штук убить? В голову. На, диметродон. Иди сюда, олух. Получил? В тело прям. Так, тихо, подожди, тут какой-то... Тут гигантский какой-то идет, смотри. На! Выкусил, паршивец. Будешь знать, как на меня нападать. Поехали. Опять все серия. Так, сундуки, ячейки заполнены. Типа, вы не получите сундук. Попадание в сердце. Это кто у нас такой? Уранозавр. Окей. Оби. А где у тебя инфракрасный луч? Ух, прям в сердце. Так, давай, давай, давай. Попади, называется, да? О, еще одному надо. Блин, в ногу попал. Как-то... Инфракрасное закончилось у меня, блин. Да, конечно, в ногу, ребята, в тело. А надо было в сердце. Но, тем не менее, я выполнил задание охоты. Так, мы получили с вами голду. Инфракрасная батарея. Ага. М24 у нас обычная. Хомбер, как всегда. Все как полагается, да? Тут 1 минута. Этот сундук я уже могу открыть. Так, голда копится потихоньку. Обычная винтовка.
UMP тоже обычные. Редкую, наверное, фиг дождешься, да, здесь? Нажми, чтобы открыть. Открываем. 58 секунд. Я могу выполнить еще одну миссию. Так, это что у нас такое? Карабин серия. А почему так моргает? Почему так моргает слишком ярко? Анкилозавр. Три штуки убить. С автоматов. Отлично. Нашинковал. Найс. Так, где? Где я, анкилозавр, еще один? Не понял. Куда дели... Ага, вон он бежит, на меня бежит. На! Тынч! Прям в носяру ему. Прям в нос попал. Так, 16 секунд осталось. Сейчас мы откроем с вами вот этот сундук. Они третьего уровня уже идут. Пока я, наверное, зайду сюда и прокачаю маленько себе оружие. Так. Нормуль. Так, карабин могу прокачать, да? Обычный. Зачем мне обычный качать? Если у меня есть редкий. Так, деньга. Винтовочка. Что тут? 2 минуты. Давай, давай, активируем. И переходим. Так, снайперская винтовка, да? Опять со снайперки будем сейчас что-то с вами творить. Какие-то чудеса. И у нас здесь птеранодон. Птеранодон летает. Тут, кстати, над моей головой летает. На! Шитик. Хорош там. Упса. Прям в тельце, в клипенькое. Птеранодоновская. На! Пулька. Ты дичь, прям в сердце. Глаз алмаз, ребята. Так, ну что? Сколько там у нас еще уровней? Еще 3 уровня, да? Это у нас первая арена. Ну ладно, хорошо, поехали. Да-да-да, я знаю, что мне не дадут сундук, потому что у меня все ячейки забиты. Пахицелофолозавр, ё-моё. Сколько мне их нужно подбить? Непонятно. Ага, готов. Они бегут, они шустрые здесь. Что? Йок, Коломане. Давай. Друзья, я не успел, ты прикинь. Я не успел, он меня загрыз. Слушай, надо заново тогда. Так, этого мы первого. Вот этого мы уничтожаем вторым. А вот этого уже третьим. Так, погоди. Врасплох хотел меня взять, да? Не тут-то было, роднули. Пич в голову. Нормуль, вышло у меня все. Ну что, предпоследний уровень этой арены. И давай посмотрим, что у нас тут будет. Так. Дилофозавр. Окей. Тидич. Тидич, готовченко, парнишка. Где ты там? Куда ты там побежал? Куда ты там бежишь? А, шитик? На меня? Совсем что-то припух? На меня он тут хавальник свой еще раскрывает. А ну-ка, накося, выкуся. Так, где враг-то? Вон, он бежит. Бежит, давай, разряжайся быстрее. Успел? Успел. Где-то еще, ребята. Вон он. Крадется. Так, давай перезаряжайся. Как-то долго. Раз, два. Еще что ли? Блин, еще он ползет. Сколько убить-то тут нужно? Прям в сердце. Круто, на самом деле круто. Так. Винтовочка М24 обычная. Угу, UMP-шка. Все дела. И у нас с вами получается последний уровень. Так, я могу открыть этот сундук. Ничего хорошего мне не дали. Активирую вот этот вот. Ну что, последний уровень. Ух. На этой, друзья мои, арене. И посмотрим, что у нас тут. Тиранозавр. Серьезно, что ли? Еще и со снайперки я его должен бомбить. Ладно, я попробую. Я же
Куда ты ускорился? Куда ты ускорился? Ты вот скажи мне, родной. Блин, ну. Попал, нет, по-моему, попал в ногу я ему, да? Есть. Но он разогнался, я уже думал, сейчас догонит. Так, друзья мои, мы здесь с вами прошли, и меня перекинули на вторую арену. В принципе, поначалу ничего сложного здесь не будет. Вы будете добывать динозавров, будете за это получать деньги, сундучки, будете улучшать себе винтовки. И вот все в таком темпе. Ну, а моя задача была, ребят, показать, ознакомить вас с этой игрой. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!